Дарья Усачева приехала в Саров из Москвы, папа снимался в кино, мама играла в театре. Поэтому с самого детства девушку привлекала сцена. В этом году она закончила ГИТИС и подала заявки в театры разных городов. Узнав, что в Сарове главным режиссером будет Антон Морозов, девушка уже не сомневалась в выборе. Город также привлек самобытностью и святыми местами. В нашей семье, я из православной семьи, очень близок святой Серафим Саровский. Вот, у меня младшего брата зовут Серафим. Чувствую, что это город такой особенный для меня. В новом сезоне зрители увидят Дарью в премьерном спектакле «Женитьба Бальзаминова». В нем она исполнит роль Раисы, одной из сестер Пижоновых, стремящихся к скорому замужеству, чтобы вырваться на волю. Виктория Вавилова родом из Кировской области. 6 лет она посещала театральную школу и не представляла свое будущее без этой сферы. В наш город девушка приехала из столицы, закончив Московский государственный институт культуры. С первых дней актриса окунулась в работу. Начала репетировать «Боинг-Боинг», и также я задействована в спектакле «Ласточки Победы». Что мне ярче всего запомнилось, когда я тут первый раз ходила, это когда мы пришли в зал, и я как-то почувствовала этот запах сцены. Я поняла, это именно то, чего я хотела, зачем я ехала. В этом году 75-й театральный сезон стартует позже, чем обычно, 22 сентября. Связано это с вводом новых артистов в спектакли. В октябре театр ожидает еще актерскую пару и молодого человека. Нам предстоит сейчас очень большая работа. Вводы и премьерный спектакль. Откроемся мы в этот раз комедией по пьесам Александра Николаевича Островского про Бальзаминова. Как мы знаем, это знаменитые трилогии, там 3 пьесы, и режиссер Антон Морозов, он как-то соединил, в основном мы взяли первую и последнюю, и спектакль будет называться «Женитьба Бальзаминова». Продажа билетов на премьеру начнется в течение этой недели. Следите за новостями Саровского драматического театра на официальном сайте и в группе ВКонтакте. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».